что хочу сказать. Павла Анатольевича знаю очень давно. Очень давно с ним дружу. Вот. И как бы, ну, он приятный в общении, очень человек. И это мало того, он, ну, как бы очень сильно мне помогает. Я не знаю, как это у него получается, как это работает. Но то, что это реально помогает, то тут вопросов нет. Ну, неоднократно обращалась. Я не знаю, почему люди так боятся этого у нас в стране. Вот. Но как бы, когда есть какая-то проблема, которую не можешь решить сам, почему не обратиться к человеку, который может помочь тебе решить эту проблему? Вот. Поэтому, ну, как бы всем рекомендую, когда вы зашли в тупик, зашли в ступор и не знаете, что делать, ну, обратитесь к человеку, который попытается вам помочь, и я надеюсь, поможет.